В досуговом центре «Юность» состоялся шахматный турнир, посвященный Дню знаний. Соревнование проходило по швейцарской системе, то есть без выбывания игроков. Такая техника для определения победителей позволяет обойтись минимальным числом туров при большом количестве участников. Более 20 любителей этого вида спорта разных возрастов приехали в поселок Горки-Ленинский из Москвы, Ленинского и Домодедовского округов и даже из далекой Испании. Я прилетел из Испании. Я там жил 7 лет. Мне этот турнир понравился. Я сейчас играю второй раз в этом турнире. И я еще буду приезжать сюда играть. Взрослым участникам турнира на первую партию отводилось 5 минут времени. По такой же системе пробовали соревноваться и юные шахматисты. 13-летний Владимир Дерунов отметил сложности быстрой игры. Я сегодня первый раз, наверное, почувствовал такие ощущения, то, что надо очень быстро играть, потому что 5 минут – это все-таки мало. Для партии. Судьей турнира стал Ислам Кишибаев, кандидат в мастера спорта, призер международных и всероссийских соревнований. Гроссмейстер и сам принял участие в турнире. Турнир прошел на хорошем уровне. Дети показали очень хорошую игру, свою выдержку. Также надеемся в дальнейшем проводить более массовые мероприятия. В досуговом центре «Юность» шахматы играют каждую субботу. Сюда приходят участники программы «Активное долголетие», взрослые ценители игры и дети. Самому младшему шахматисту всего 6 лет. Большие турниры сотрудники учреждения проводят каждые 2-3 месяца.